единичку за игру на ноль, потому что для этого нужно, чтобы... Ну да, знаете, бывает даже так, что если вратарь отлучался, заменялся, я не беру те ситуации, когда его партнеры на отложенном штрафе действовали, да, и он... Вот гол Андрея Мазякина, открывшего счет. И, кстати, победный гол в активе у Мазякина-младшего. Первая победная или не первая, сейчас посмотрю. Нет, не было до этого у Андрея именно победных голов. Вот сегодня он состоялся, с чем мы поздравляем его. Так вот, одно дело, когда вратарь убегает на несколько секунд, пока его соперники на отложенном штрафе действуют. А другое дело, когда у него что-то, например, с амуницией, и он уходит минуты на полторы, там амуницию поправляет, и на это время выходит его партнер, напарник. И уже даже в этом случае сухарь голкиперу не записывается, даже если команда в итоге ничего не пропустила. Ну, вот уж тем более не запишется сухарь никому в статистику сегодня. На две неравные части поделился матч для Шашкова и Набокова. Но главное, что магнитогорцы усилиями и полевых, и обоих своих голкиперов сохранили ворота в неприкосновенности. Вот какой перехват от Евгения Корешкова и блестящий бросок в девятку. Да, тут тоже трудно упрекать голкипера. Вот разве что третий гол, ну, наверное, мог он здесь поудачнее сыграть. Тем более, что потратил время Данил Гололобов на обработку этой шайбы. И бросок вроде как не самый убойный получился. Но пропустил Кирилл Кузнецов. И Михаилу Кузьмину уступил место. И тот достаточно долго оставался сухим. Потом ему забил Захаров. Но сыграл высоко поднятой клюшкой, и взятие ворот было отменено. Потом ему едва не забили еще магнитогорцы. Надо посмотреть, кто там попал в перекладину и затем в штангу. Ну а затем все-таки Захаров не мытьем, так катанием. Молодец. Захар был очень настойчив. Один из лучших матчей своих в сезоне провел. Вот так потеряли магнитогорцы Шашкова. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Здесь вот воткнулся в пятина игрок Медведей. И, ну, к счастью, не знаю, там, ну, покинул лед самостоятельно. По крайней мере, надеюсь, что все обошлось. Хотя рука так выглядит, выглядела нехорошо, когда уходил. Вот, Захар Захаров играет высоко поднятой клюшкой. Взятие ворот, конечно, нельзя засчитывать. Судья этого и не сделал. А вот, да, шикарно. Там Андрей Олейников. Да, Олейников после передачи Мартынова едва не забил. Ну а вот затем, да, Гусев, Шешин. И шикарно в падении Захаров играет. Красавец. Ну что ж, 4-0 Лисов с победой. Укрепляют они свои позиции в зоне плей-офф. Медведям пожелаем не унывать. Ну, завтра повторная игра в 13:00 по магнитогорскому времени. Смотрите. We'll be right back.